Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировский бизнес спасут продлением сроков по кредитам. Кировские власти наряду с федеральными продолжают придумывать меры для поддержки бизнеса, который лишен возможности работать из-за карантина. По данным правительства, в Кировской области хотят предусмотреть для пострадавших отсрочку по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество, реструктуризацию долгов, увеличение срока кредитования и пересмотр графиков платежей. Кроме того, вероятно, чтобы вдохновить предпринимателей, на сайте правительства разместили рассказы кировчан о том, как они осваивают онлайн и учатся мыслить нестандартно. Так, хозяйка сети магазинов головных уборов перевела торговлю в интернет, устраивает аукционы среди клиентов и проводит эфиры с обзорами товаров. Другие рассказывают, как объединяются представители разных сфер. Бьюти-салоны предоставляют перчатки общепиту для бесконтактной доставки. Ателье шьют брендированные маски для курьеров. Фотографы делают красивые снимки блюд. Кто-то в соцсетях рассказывает о своих сотрудниках, а кто-то продает через интернет одежду и разрешает ее примерку, введя обязательную обработку паром. Программа «Экономика». Отсрочки малый бизнес не спасут. Ни так называемые налоговые каникулы, ни кредитные, которые объявили власти, не помогут бизнесу, который из-за карантина вторую неделю простаивает. Так считает юрист Ян Чеботарев. Если я не буду иметь возможности платить налоги ежемесячно, государство мне говорит, хорошо, ты 6 месяцев не плати, потом сразу за все 6 месяцев все и отдашь. А где гарантия, что, простите, я за эти 6 месяцев сумею накопить, восстановить потерянный товарооборот, трафик клиентов и прочее? Меня откровенно злит то, что государство пытается переложить решение тех задач, которые должно решать само и за свой счет, на плечи, опять же, граждан своих. Я плачу налоги, хоть чем-то мне помогите. Чеботарев считает, что реальной помощью стало бы выделение денег организациям, которые по распоряжению властей остановили работу. Экономика на 101 FM. Налоговики весь апрель не будут принимать граждан. С этой недели обслуживание приостановлено. Людям рекомендуют обращаться на сайт fnsnalog.ru и пользоваться там онлайн-сервисами. В течение всего апреля принимать бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, будут только через специальный бокс при входе в здание налогового органа. И в налоговой напоминают, что доступны для вопросов по телефону. Экономика. А в завершении о валютах. ЦБ обновил курсы, и доллар на сегодня 76.41, евро 82.63. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.